Всех приветствую, дорогие друзья, на моем канале Top Movie PK Games, и мы продолжаем приключения по Скайриму с нашей главной героиней Ольгой. Вот она сидит. Также повторю, кто в танке, проходим мы на легенде. Я это уже повторял неоднократно. Кстати, еще вне серии я у Делвина еще взял пару уроков. А вернее, 4. Не облажайся. Держу вас в курсе, дорогие друзья. Так, сейчас я хочу кое-что сделать в Рифтоне. Кстати, давайте-ка подойдем, как обычно, к живчику. Может, он нас обучит карманным кражам. Мне бы это не помешало. Я с удовольствием беру уроки. Денег у меня, потому что до хрена. Вот он. Захочешь поучиться обчищать карманы? Дай мне знать. Так, ну-ка научи-ка меня. Собираешься нарушить закон? Я научу тебя, но не бесплатно. Нет. Захочешь поучиться обчищать карманы? Дай мне знать. Хорошо, так, включаем компас и... Погнали. Так, у нас тут есть мини-квест в Рифтоне. Нам нужно подойти... Забыл, как ее звать, конечно. Поговорить насчет установления нам нужно, короче. Возможно, может, мы и установим ребенка какого-нибудь. Почему бы и нет? Это же Скайрим. Это обычное дело, да? Для Скайрима. Так, она должна быть где-то здесь. Вот она. Надеюсь, нас тут встретит хлебом с солью, а не с кинжалом. А то последний раз-то я тут нашалю. О, она спать легла. Так, кстати, может, у нее что-то есть? А, ни хрена. Так, Констанция. Ну-ка, вставай. Из-за этой войны у нас столько сирот, и так мало людей готово проявить к ним сочувствие. Так, а могу я установить какого-нибудь ребенка? Да, да, конечно. Я не ожидала, я так рада. А что мне нужно сделать? Прежде всего, я должна задать тебе несколько вопросов. Твое имя? Ольга. Чем ты зарабатываешь на жизнь? Чем я зарабатываю? Соратник. Так, а давайте-ка скажем, я искатель приключений. Где ребенок будет жить? Так, где мы будем жить? Нет, точно не в Солитюде. А почему только два выбора? У меня же полным-полно всяких домов. В Виндхельме. Хорошо. Это все, что мне нужно было знать. Поздравляю. Я думаю, ты будешь отличным родителем. Иди поговори с детьми и реши, кого ты хочешь усыновить. Как только выберешь... Я соберу вещи ребенка и прослежу, чтобы он отправился к тебе домой. Прекрасно. Так, ну а устанавливать уже не обязательно. Главное, мы с ней поговорили. Так, а где? Вот они, спят. Девочка, мальчик. Франсуа. Француз, что ли? Вентус. Ну, а Вентуса я точно брать не буду. От греха подальше. Я бы взял, если честно, девочку. Хорошо же у тебя получается драться с драконами. Возьми меня! Возьми меня! Если хочешь, я могу взять тебя. Правда?
взять к себе? Угу, да, конечно, дочь. Ура! Спасибо, мама! Обещаю, я буду тебе лучшей дочкой. Все. Теперь она моя дочь. Я должна собрать вещи и попрощаться со всеми. Встретимся дома. Спасибо большое. Да не за что. Все, уходим. Этим я раньше, если честно, не занимался. Это я в первый раз такое. Сколько я в Skyrim играл? Первый раз. Так. Это что? А, это просто выход. Кстати, я бы хотел еще, знаете что? Так, по идее, нам и можно и пожениться бы еще. Не помешало. Как вы думаете? Так. А где тут находится тюрьма? Наверное, поблизости дворца, наверное, где-то здесь. Да-да. Я хочу еще раз поговорить с этим персонажем. Мы как-то у него квест выполняли насчет кражи лошади. И, кстати, кто не знает, мы еще тут нашли сундук особый. Один из пяти сундуков. Так, я могу зайти? Хорошо. Никто не возражает. Говорят, Флеон из Морфола изучал вампиров, драугров и другую нежить. Яблочки, давайте возьмем. Так, по идее, нам нужно наверх. Я помню, он был на втором этаже, вот здесь где-то. Адепт. Вот он. О, да на тебе просто взгляд отдыхает. Ну-ка, я хочу проверить, он квест нам даст или нет. У меня время всегда найдется. А чё, я с ним пообщаться не могу? Эй. Ты тут, чтобы на меня потаращиться, или это визит вежливости? Ну, блин, а чё с ним? Тебе, не могу дружок, поболтать? Надо потренироваться. А, ладно. А чё, почему так? Я надеялся, что он даст мне какой-нибудь квест. Часик подождем. О! О, ты тут, чтобы на проснулся. Меня потаращиться, или это визит вежливости? А что ты тут сидишь? Слушай, у всех свои недостатки. Мой недостаток в том, что бабы ко мне так и липнут. Вот, значит, была у меня мелкая интрижка. А я в тот момент был обручен с красивой девчонкой по имени Свиди. Но та пронюхала как-то и послала ко мне своего братца, Вульфура. Ну, он, значит, заваливается ко мне с ножом. Ну что, пришлось защищаться. А то. Теперь мне 8 месяцев на эту решетку пялиться. Представляешь, несправедливость. Я собирался ввести эту дуру в самую богатую семью Рифтена, а она вон чем не отплатила. Что угодно сделаю, лишь бы эта стерва сдохла. Мне надо только узнать, где она прячется. Угу, и походу мы должны это сделать, да? А давай я ее найду. Вот это другое дело. Найди ее, и я тебя не обижу. Хорошо, отлично. Все-таки мы получили квест. Да это все мамаша. Решила преподать мне урок, чтобы я в следующий раз не выносил ссор из избы. Ну а что? Я столько раз убирал, кого она скажет. Какого обливиона она от меня ждала? Ну и ладно. По крайней мере, у меня тут все удобства. Кроме разве что женской компании. Хорошо устроился. А что ты можешь рассказать об этой Свиди? Молодая девушка.
пышная грудь, длинные черные волосищи. Пела мне примилые песенки, когда я за ней волочился. В жизни не слыхал голоса приятней. Эх, такой талант пропадет, когда я с ней разберусь. А что ты скажешь о своей семье? Когда поминают черный вереск, следует помнить лишь об одном. С нами не шутят. Помогай нам, и ты разбогатеешь. Попробуй встать на пути, и тебя раздавят. Это все, что тебе надо было знать. Понятно, давай. Когда найду эту тварь, я ей шею сверну. Да нет. Скорее всего, она после моей встречи уже будет лежать смирно и не шевелиться. Так, это я возьму сырок. Пригодится. Неплохо тут у вас, неплохо. Хорошая тюрьма. Ну-ка, Тиффани, подвиньте. Отлично. Интересно, где это Свиди? Ага. Что за провисание? Это из-за тебя, да, Тиффани? Так, давайте глянем, где у нас это задание появилось. Где находится Свиди? А, что-то не понял. Я должен сам найти ее? Не понял. Каким образом я должен ее найти? Так, ладно, короче. А сколько у нас время-то? Можно прогуляться по магазинам, по идее. А, знаете что? Я бы хотел еще в Форт Стражи Рассвета. Там посмотреть. Там наверняка тоже дадут какие-нибудь квесты. Так, давай еще часик подождем, чтобы магазины все открылись. Окей. И теперь давайте продавать наши зелья. Ты замечательный друг, это дорого. Хочешь посмотреть, как Балимун творит чудеса из стали, да? Только лучшее оружие и броня. Так, у нас же был, я помню, двуручный меч. Ну же вроде, да. Забирай его. Так, все, да? Так, что у нас? Есть что-нибудь на продажу? Да, простое ожерелье можно. Забирай его. Так, это все мое, мое, мое. Ну и отдаем зелье. Да, забирай. Возвращайся, когда пожелаешь. Тебя тут всегда рады. Рон! Купи надежную броню. Еще внукам ее оставишь. Добро пожаловать в заложенную креветку. Заходи, осмотрись. Ваза разбитая так и лежит. Ты бы хоть убрал ее. Да хранят тебя боги. Добро пожаловать в заложенную креветку. Чем могу служить? А, дай-ка мне водички. Конечно. Спасибо. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Да, наверное, мусор. Мусор, мусор, мусор. Так, что у нас? Мне бы, знаете что, какой-нибудь колечко или ожерелье подавления магии. Ну, не подавление, а как оно называется? Сопротивление магии или как оно? Мне бы не помешало. Ладно, держись, зелье. Все. Угу. Ты что скажешь? Мой муж Берси рано или поздно меня доконает.
Он слишком много беспокоится о Рифтоне. Понятно, Одно и то же. Ну ладно, теперь давайте... так, знаете что? Давайте-ка я сохранюсь. А то мы много чего сейчас сделали. Будет обидно, если все впустую. Так что давайте сохранимся. И отправимся в форт Стражи Рассвета. Ну, по идее, у меня тут в планах отправиться в Солстейм. Там у нас есть еще один квест. Именно нам нужно найти какой-то, короче, улучшенный двемерский болт. По-моему, так. Ну, это я так понял, это кто-то из Стражи Рассвета нам дал. А вот кто, это не так уж и важно. Так, тут есть кто? Флоренций Гулмар, да? Как того? Кузнечик это звать. Гулмар, по-моему. Надо в кузницу сходить. О, кто-то дрова рубит. Собачки. Но собачки пускай отдыхают. Я лучше с Тиффани побегаю. Так, кстати, нам нужно еще кражи совершить. По-моему, в Виндхельме. Пусть новый бой принесет тебе победу, друг. Опять яблочки. Так, Гулмар, где... О, Сорин. Пусть я и сомневаюсь, что мы когда-нибудь полностью избавим Скайрим от вампиров, но благодаря тебе стало гораздо безопаснее. Я надеюсь, ты поладишь с Израном. К нему не сразу привыкаешь. А можешь меня обучить стрельбе? Могу попробовать. Попробуй. Да нихера. Ну давай. У меня разные разности. Показывай, что у тебя есть. Что тебе пригодится? Возможно. Давайте купим эльфийские стрелы. Пускай будет. Денег у нас до хрена. Почему бы и не взять? Так, ладно. Продаем зелье. Нифига. Я не ожидал, что у нее столько денег будет. Ни хрена себе. Откуда у тебя столько денег, девочка? Так, ну остальное оставляем. Так, кстати, может сыр? Да нет. Ну ладно, остальное оставляем. Увидимся. Так. Орк. Я знал, что когда-нибудь это случится. Изран. Я знал, но никто не верил. Будь все время начеку. Если можешь не спать, не спи. Сон для слабых. Квесты нам. Давай-ка спросим, чем я могу помочь? Поговори с Гунмаром. У него для тебя кое-что есть. Так я его ищу, по идее. Не забывай об осторожности. Где? Вот он. Что? Ты где был? Хочу спросить, как это тебе в голову? Поздравляю, друг мой. Ну я точно не помню. Кажется, я дрался как-то с ним и подумал, ну это уже хуже некуда. А потом вдруг понял, что тролль в броне будет еще страшнее. Да, вполне разумный ход рассуждений. Думаешь? Так, знаете что? Я предлагаю еще раз сохраниться и тогда только поговорить, потому что милое если он... Милое местечко, правда?
отправить меня в ту же локацию, то я попробую перезагрузиться и пока так сойдет. Попробуем Провода. Еще раз. Вот что отделяет нас от вампиров. Помни об этом. Чем я могу помочь, Гулмар? Мне удалось узнать, где находится логово вампира. Обычно достаточно уничтожить главного вампира, а его приспешники разбегутся. Но все же лучше бы прикончить всех до единого. Так, развалины — это хорошо. Это такого названия я не припомню, если честно. Ну все тогда. Удачи. Ну-ка, давайте глянем на квест. Вот он. Развалины. Убить главаря вампиров. Круто. Да. Новая локация, дорогие друзья. Отлично. То, что я и хотел. Спасибо тебе, Гумар. Блин. Ладно, спать не будем. Короче, валим. Где тут вы... О! Какие люди. Тебе тут не скучно? Ладно, брать я ее не буду. Она мне я бы хотел иметь не нравится, потому что она постоянно пользуется этой долбанной магией, надеюсь, ты поладишься, которую я ненавижу. А именно бура. Снежная бура, или как называется эта магия? Морозная бура. Так что пускай она отдыхает нахрен. Лучше без нее. Так, что у нас по плану? Давайте-ка в этот. Так, погоди. Как повернуть? А, вот. Я бы хотел сейчас, наверное, скорее всего, в Виндхельм отправиться. Точно. Я же совсем забыл. Нам нужно взять камень. Камень хранителя. И я все-таки определился вне серии, какой брать. Камень лорда или камень Атронаха. Я решил взять все-таки камень Атронаха. И, кстати, тут неподалеку у нас еще какой-то квест. Локация отмеченная. И я предлагаю заодно и туда и сходить. Да. Только вначале нам нужно будет отдохнуть. Вот он, камень Атронаха. Теперь у нас будет еще больше сопротивления магии. А это будет очень круто, потому что, кто не знает, у нас сопротивление уже 40 единиц. Ой, мать. Дракоша где-то летает. Камень Атронаха. Так, это поглощает магический урон и большой шанс магии. Это но будет медленнее восстанавливаться, короче. Неважно, я принимаю. Теперь, по идее, у нас... О, греется. Должно быть два камня-хранителя. Благодаря нашему обручу Этерия. Так. Интересно, какая у нас теперь сопротивляемость магии. Так, я предлагаю здесь отдохнуть где-нибудь. Давайте расстелим палатку. Так, по идее, вот туда нам надо идти. Блин, походу дракоша хочет сразиться. Летает. Наверное, скорее всего, он нам не даст поспать спокойно. Так, давайте-ка отойдем немножко подальше. Например... Блин, кто там? Кому жить надоело? Его, пошли нахрен. Блин.
стал мерцать поганый. Ну что мне сделать, козлы? Теперь у меня сопротивление просто офигенное. Так, давайте-ка глотнем что-нибудь слабенькое. Наилучшее, например. И давайте попьем водички. Жареный козий окорок схаваем. И лососевый стейк. Давайте, покажите. Ой. Один готов. Второй готов. Так, кто там ебашит так? Нехило, я бы сказал. Эбонитовую плоть. Так. Кому там жизнь дает? Еще один. Мак. Неплохо. Несмотря на что у нас такое сопротивление должно быть. Офигенная все равно. Фигачит меня только так. Восстановление. Замечательно. Приказ о ликвидации. Мы уже читали. Брать не буду. Приказ о ликвидации. Так, короче. Я предлагаю рассолить палатку и отдохнуть. Так, спать. Замечательно. Свернуть палаточку. Что-нибудь скушаем. Давайте-ка еще печеный картофель и фазанное жаркое. И пару сыра. Все. Я готов к битве. Автосохранение. Так, где эта крепость? Так, там шахта. Так, получается... Да, это она. Пойдемте. Посмотрим, кто там нас ждет. Ну, раз локация отмечена, значит, скорее всего, там ждет нас какой-то квест. Корундовая руда. Так, давайте-ка пригнемся. Все-таки нам нужно прокачивать стелс. Туманная застава. Так, знаете что? А этот квест нам, скорее всего, знаете, кто дал? Этот квест нам дала одна девушка. Она нас просто встретила как-то. И мы были в это время в Змеином Зубе. Там к нам подошла одна девочка и сказала, что там, короче, ее похитили, что ли. И хочется, чтобы мы убили, что ли, их. Уже точно не помню. По-моему, это тот самый квест. Ай. На. Ауч. Давай, по одному. Кто там еще? Всех завалили нахрен. На.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, полегче. Убьете же. Девочка, расслабься. Не вставай, девочка, не вставай. А, отбил. Молодец. Так, сцепьте мы. Так, лучник там стреляет. Здесь у нас нордская стрела. Видать, кто-то, может, затачивал ее. Хер его знает. Так, что тут у вас? Есть что-нибудь вкусненькое? Че, ты где? Таких, как ты, здесь нет места. Эй! Я здесь! О, это что такое? А, я мост активировал. Ага. Эй, иди сюда. Вот так вот. Это было прекрасно. Мне понравилось. Почаще бы так. Так, отмычки, септимы, стеклянные стрелы. Неплохо, неплохо. Так, давайте сперва поднимемся наверх. А тут нельзя подняться. Упс. Ну тогда ладно. Здесь что у нас? Ладно. В таком случае, значит, заходим вовнутрь. Так, кстати. А мы изменения-то сбросили? А, то есть не изменения, иллюзию. Мы же иллюзию так и не сбросили еще. Не объявили легендарным. Так, что будем сбрасывать? Иллюзию. Надо прокачиваться. Ради прокачки нам придется сбросить. Теперь заклинания, короче, будут слышны. Херово, конечно, но... Я все же сброшу. Да. Уверен, что хотите объявить? Да. Так, а вот куда бросить? Даже не знаю. Ну, одну верну сюда, короче. Так, карманные кражи. Ладно. А что у нас с восстановлением? Вот. Восстановление надо взять еще. О! Так, хождение по краю. Да, на 30% мощнее. Тоже беру. Хорошо. Ладно, остальное потом как-нибудь заходим. А в чем заключаются квесты? Может, перебить бандитов? Эй, кто там? Ты быстро сюда, пока они не показались. Прошу тебя, незнакомец, мне нужна твоя помощь. Чего?
Стендар, милостивый, ты не из них. Прошу тебя, помоги мне. Ты какого хера здесь делаешь? Что происходит? Спаси мою жену. Я думаю, что ее держат в плену в этой башне. Вот оно что. Ну ладно, успокойся. Расскажи мне, что произошло. Прости, я... Да-да, конечно. Позволь, я объясню. Моя жена Фьола однажды уехала с фермы по делам и так и не вернулась. Прошло уже несколько месяцев, и все это время я ее искал. До меня дошли слухи, что эта шайка похищает людей и требует за них выкуп. И я подумал, а вдруг она здесь? Мне удалось пробраться мимо охранников, и вот я тут. Но боюсь, что дальше я не пройду. Я не боец. Пожалуйста, посмотри, нет ли ее здесь. Ладно, хорошо. Я поищу. Спасибо. У меня почти ничего нет, но несколько монет тебе за труды я наскребу. Найти Фиолу. Рядом с тем местом, Фиолу, где я прятался, один из охранников обронил ключ. Наверняка он тебе пригодится. Пожалуйста, поспеши. Да ладно. О, это я взломаю, пожалуй. Септима и отмычки, ладно. Здесь что у нас? Морковка. Пока тебе не удалось выяснить, здесь ли Фьола, я иду. Не могу о чем-нибудь еще. У тебя что? Нихрена. Так, крепкая, крепкая. Нет, крепкая я не хочу. Ты что? Быть слышишь? Вот. Ой! Меня уже увидели. Твою мать. Ох, сейчас начнется движуха. Так, может, он сейчас успокоится? Так, ладно, открываю. Ты куда поперся, придурок? Ой, идиот! Да, блядь, стопни, маг. Да сука, ты сдохнешь или нет? На, блядь. Так, зелье. Хорошо. Оставь парня в покое, собака. Не надо так делать. Ты куда, сука, попёрся-то, идиот? Так, это я, пожалуй, возьму. Что, жить надоело или что? Куда он ушел? Эй, давай, иди нахрен отсюда. Не путайся под ногами. Все, сиди здесь. И не дергайся. Так, я могу здесь поспать. Здесь что у нас? Башмаки. Так, нам нужно сейчас идти наверх, понятно. Ладно, пойдем. Нордский мед. Ага, капканчики поставили. Так, можем воспользоваться кое-каким заклинанием. Обнаружение жизни. Так. Мы квесты еще не выполнили? Найти Фиолу. Туманы заставили. Нет. Задание еще активировано. Никого я не вижу. Баблище. Зелье на 16%. Да нет, 16% это говно. Хм.
наилучшее. Так, это я возьму. Да, блин. Автосохранение, дорогие друзья, как обычно. Так, погоди, что там, что там? Там что лежало? Яблоки, что? А, яйцо Ригмы. Неплохо. Мастер. Это серьезно. А отмычек у меня до хрена, так что я не парюсь. Хлебушек. Да нет. Он уже заплесневел. Так, что нам получается, еще выше идти или что? А, сюда, наверное. Так, я так понял, здесь никого нету. Вообще никого. Странно. Так, это я взял? Взял. Ладно. Пойдем. Так. Ага. Ух ты, вот где движуха-то. Тут кто-нибудь есть? Так, знаете что? Все-таки показалось. Я возьму паралич. Соль. Тихо. Так, давайте... водички глотнем. Блин. Конину съедим и пару помидорчик. Ну чё? Погнали. О-оу. Понеслась. Да, блядь. На. Мы. Ты откуда приперся? Ай. Давно пора. Ой, было опять. Ауч. Подожди. Надо залечиться. Так, что тут у нас? Ничего особенного. Так, не понял. Я не врубаюсь. Все. Ладно. Кто там быкует? Может, ты лучше умрешь? А? Блин. Так. Стрелы, отмычки, септимы. Так, подожди. У нас отключено? Да. Отключено. Размытие. Тянучка. Нет, я этим не увлекаюсь. Хм. Я себе. Ничего. Чеснок жрали.
Ну, конечно, чеснок я тоже люблю, но... Но не чисто чеснок, а с чем-нибудь. Так, это что? Какие-то крюки, ножи. Так, мастер. Мастер. Ладно. А, опять ключ. Вот поэтому я и не люблю ключи собирать, дорогие друзья. Я люблю взламывать. Тем самым прокачивать взлом. А так, чисто открыл и все. Так неинтересно. Ну, неинтересно мне так. Мне это нравится все меньше и меньше. Так, а вот и главарь. Так, это мы все читали. Услышал? Ладно. Ой. Кто ты? Что делаешь в моей башне? Да я так просто. Я ищу Фиолу. Фиола? Откуда ты знаешь это имя? Так тебя муж ищет, то есть ее муж ищет. Где она? Не знаешь? Кристер, он здесь? Да. А что? Ты знаешь его? Этот болван мой муж. Я Фиола. О! Точнее, была когда-то. Ты разве не видишь? Я бросила этого придурка. Так, значит, это она, Фиола. Я обнаружила там мелкотравчатую шайку бандитов. Чтобы стать главной и навести порядок, на это много времени не ушло. Теперь каждый вольный клинок отсюда до Виндхельма жаждет к нам присоединиться. Угу. И это только начало. Я скорее сдохну, чем вернусь обратно. Даже так? И что мне сказать твоему мужу? Я не знаю. Никогда не думала, что этот старый пес за мной так далеко побежит. Избавься от него. Но убивать не надо. У меня нет к нему ненависти. Просто пусть вернется к себе на ферму и забудет обо мне. Хм. Может быть. А может, мне просто стоит убить тебя? А? И покончить с этим? Думаешь? Посмотрим, кто тут настоящая женщина. Не стоило сюда приходить. Я хотел просто предложить, а она сразу атакует. Так, подожди. Давайте попробуем ее успокоить. Как этот крик-то называется? Подчинение воли, во. Где он? Подчинение дракона. Подожди. А, вот он, твою мать. Все, успокойся. Ладно, тварь. А? Я ищу Фиолу. Фиола? Откуда ты знаешь это имя? Кристер? Он здесь? Этот болван мой муж. Я бросила его, чтобы стать главной и навести порядок. А это много. Ну и история. И это только начало. Я скорее сдохну, чем вернусь обратно. Так ты не хочешь вернуться? Нет, к нему ни за что. Ладно. И что мне ему сказать? Я не знаю. Никогда не думала, что этот старый пес. Но убивать не надо. У меня нет к нему ненависти. Просто пусть вернется к себе на ферму и забудет обо мне. Ладно, я поговорю с ним. Возьми мое обручальное кольцо. Одному Стуну ведомо, зачем я его хранила столько времени. Он его узнает. Говори ему, что хочешь, главное, пусть уйдет. Кольцо и само кое-чего стоит.
Возьми его себе в награду за мое избавление от унылого прошлого. Ладно. Вот мы и подружились. Круто. Подчинение воли, дорогие друзья. Так, мне вот интересно, а что у нас там в мини-заданиях-то написано насчет этой туманной, как там, туманной заставы или что? Короче. Убить дракона, это, кстати, забаговал квест. 4 черепа, выясним, где находится Свиди. Что-то ничего не написано насчет этого, насчет этой заставы. Клоны. Кстати, нам нужно отдать книгу библиотекарю, что ли? Странно. Ладно, короче, не будем ее убивать. Все. Не думала, что мы еще встретимся. Что там с моим заботливым муженьком? Пока ничего. Может, мы ее сможем с собой брать? Не думала, что мы еще встретимся. Что там с моим заботливым муженьком? Так, мне еще с ним нужно разобраться еще. Тогда не трать мое время зря. Так, подожди. Я хочу попробовать ее покрасить. Что у тебя есть? Нихрена. Так, а что у тебя тут есть-то вообще? Клетки. Чем еще тут можно поживиться? Книжки. Кстати, эту мы еще не читали. Да, долгое чтиво. Ладно, все, пойдем. Короче, убивать я ее не буду. Сейчас мы с этим поговорим и все. А вот такой вот я добрый. Если был бы какой-нибудь квест у нас там висел в задании насчет этой крепости. Но там я насчет этой крепости ничего не нашел, никакого задания. Так что я решил ее не трогать. Так, где этот? Чил. Так, нам сюда. Туманная застава. Оп. Кстати, можно превратиться в вервульфа и полакомиться, так сказать. Но, если честно, время терять на это не больно хочется. Так, он где-то... Вот он. А вот и я. Есть новости. Почему это я возьму? С тобой? Так, она мертва. Угу. Короче, она мертва. Так. Это? Я подарил ей его на свадьбу. Помогите мне, боги. Так это правда? Оставь кольцо себе. Слишком тяжкий груз лег на мое сердце. Я хочу теперь побыть один. Спасибо тебе за... Спасибо. Я найду тебя, Фиола. Я найду того, кто это сделал. Вернуться теперь к Фиоле?
Она что, уже здесь? Эй! Не понял. Эй, Фиола! Блять. Куда пошла? Ну-ка, надо поговорить. Я и не думала, что ты справишься в одиночку. Тебе удалось избавиться от Кристера? Да, удалось. Теперь он тебя не побеспокоит. Как же... Нет, не будем об этом. Я не хочу знать. Я избавилась от этого ничтожества. И это самое главное. Я перед тобой в долгу, и я тебе отплачу. Рано или поздно, но мы еще встретимся. А пока прощай. И спасибо тебе. Пожалуйста. Да. Нет, к сожалению, убрать мы ее не можем. Да. Ладно, девочка, отдыхай. Да? Да, не буду тебя больше беспокоить. Пойдем отсюда. Говорят, Флеон из Морфола изучал вампиров, драугров и другую нежить. Ну что ж, круто. Разобрались с этим мини-квестом. Хорошо. Так, ну а теперь, дорогие друзья, нам нужно Виндхельм, и нам нужно совершить карманную кражу. Золотое ожерелье с аметистом. Украсть. Так, ну ладно, погнали, чё. И, кстати, тут у нас еще есть квест. По-моему, называется «Башня чародеев», да. Я, скорее всего, думаю, что это мод. Он у нас уже давненько уже висит, этот квест. Я так думаю, пора его выполнить. Угу. Ну-ка, давайте-ка поговорим с ней. Может, она нас обучит. У вас не найдется лишней монетки? Держи. Да. О, спасибо. Да благословят боги твое доброе сердце. Так, научи-ка меня лазить по карманам. Собираешься нарушить закон, а? Я научу тебя, но не бесплатно. Тоже нет. Ладно. Боги всегда улыбаются щедрым. Так, кстати. Кстати, да. Наверняка у тебя было много. У нас же тут есть этот. Новый спутник. Она должна быть где-то здесь на рынке стоять. С тобой рядом. Ой! Ты откуда вылезла? Вот. Короче, я хочу взять ее с собой. Так, а Стефани я предлагаю попрощаться. Я тебя прикрою. Ладно, что мне принести? Так, и тут отдавал много чего. Всякие слитки, руду. Надо забрать. Вот так вот. Так, это все ионно, это все. Так, это я заберу. Дейдрические стрелы. И эти стрелы. Все. Отдыхай. Если вдруг понадоблюсь, я буду дома. Хорошо, давай. Так, она пошла-то куда? Что-то я не понял. Она должна же... остаться у нас здесь, в Виндхельме. А, она решила так идти. Я ж думал, она пошла в Скайрим. На выход. Нет, она пошла в наш домик. Так, знаете, давайте-ка я быстренько сбегаю. Надо выложить руду. А то у нас скоро перевес будет. Мне бы этого не хотелось. Сейчас я по-бырому. О, охраняет. Красавчик. Долгой жизни тебе, Тан.
Это наш Хускарл. Я приказал его оставаться здесь, и он стоит, охраняет наш домик. Для меня честь снова видеть тебя там. Хорошо. Так, дорогие друзья, я выложил руду. Также еще стрелы все выложил лишние. Хорошо, теперь давайте возьмем новую спутницу и отправимся, наверное, скорее всего, вот сюда, в Темное Братство. Да, надо поговорить с Астрид и с Назиром, да. Мы же в прошлой серии выполнили контракты. Нам нужно получить награду. Так, вот. Новая спутница. А, тебе что-то нужно? Да. Пойдем со мной. Ну что ж, идем. Всего пару септимов на еду. Не проходим, а подходим. Свежие, сочные фрукты. Какие-то у нее желтые глаза. Возможно, дорогие друзья, она вампир. Ну ладно, неважно. Вампиров я, конечно, не очень люблю, но посмотрим. Посмотрим ее в действии, как она будет сражаться. По идее, она должна сражаться двуручкой. Так, это, так понял, кинжал какой-то особый. О, она надела броню. Кстати, эту броню я ей дал. Вот такая вот броня. Я ее ни разу не одевал. Решил отдать ей. По-моему, ей идет. Классно выглядит. Оп. И она достает двуручку. Круто. Давно уже хотел с воином, с напарником воином походить, а не с магом. Так, сейчас будем общаться. Возможно, возьмем новые контракты. Угу. Так, Астрид, ты где? А, вот и ты. Ну, что сказал Меллори? Амулет не поддельный? Амулет настоящий. Он все-таки из совета старейшин. Совет старейшин? Что ж, многое проясняется. Матьер. Ах ты, мерзкий мальчишка. Нанимаешь темное братство, чтобы подняться из грязи в князи. Любопытно. Меллори согласился купить амулет? Вот его расписка. Отлично. Значит, нам пора начинать. Точнее, тебе пора начинать. В конце концов, ну, конечно мать же ночи мне. Обратилась именно к тебе. Итак... Надеюсь, у тебя есть парадная одежда, потому что ты отправляешься на свадьбу. Ух ты, свадьба? Ну, это скорее большой прием. Будет чудная пирушка. Поболтаешь с гостями, попробуешь торт, прирежешь невесту. Чего? Да, да, тебе нужно убить невесту. Прямо на свадьбе. А говорят, романтики больше нет. Да вы конченые мракобесы. Чёртовы тёмное братство. А кто мой объект? Ее зовут Виктория Вичи. Она отвечает за дела Восточной Имперской Компании в Солитьюде. Свадьба будет проходить там, в Храме Богов. Ее смерть вызовет смуту, чего мы, собственно, и добиваемся. Вичи часто будет обращаться к своим гостям,
Таков свадебный обычай. Убей ее в этот момент. Я обещаю тебе приятную премию. Теперь иди и передавай мои поздравления невесте. Хорошо, выполнено. Так, смерть. Угу. Убить Витторию Виччи. Так, а можешь обрисовать детали контракта? Прилюдное убийство. Способ оставляю на твое усмотрение. Стрела в горло, нож в живот. Как хочешь, лишь бы было громко и грязно. В текущей политической ситуации люди наверняка свяжут убийство с конфликтом между Легионом и братьями Бури. В любом случае, когда Виччи умрет, начнется та еще свистопляска. Лучше подготовь пути к отступлению заранее. Так. А как с Виччи это связано с Императором, а? Хороший вопрос. Виттория Виччи — двоюродная сестра нашего Императора, Тита Мида II. У Виччи семейные связи в Империи. У ее мужа хорошие отношения с братьями Бури. Их союз — это шаг к примирению. Так что если на свадьбе вдруг произойдет убийство, не только миру не бывать, эхо раскатится по всей Империи. Император будет вынужден действовать. Он приедет в Скайрим, чтобы разобраться с последствиями. А темное братство будет его ждать. Конченые вы все, конченые. А почему император явится на свадьбу? Ха. Он давно запланировал визит в Скайрим, но в последний момент отменил его, чем ужасно огорчил свою кузину. Похоже, император понял, что его присутствие потребует более активного участия в конфликте. А ему это, очевидно, в тягость. Но все изменится, когда его кузина умрет. Все решат, что ее убили из-за конфликта. И императору придется приехать и навести порядок. Ясно, ясно. Тебе пора в Солитьют. Нужно дать императору настоящий повод приехать в Скайрим. Подожди, не спеши. Сейчас я хочу поговорить с Назиром. Назирчик, ты где там? Угу. Жрёшь, собака? Тьфу, ты воняешь дохлыми кошками. А небось Марандруджа отправился в мир иной. Анириат мертв. Так значит, охотник познал страх жертвы? Твоя награда, дружище. Молодец. Так, ну, Дикус мертв. Все мертвы, короче. Обычно органиане невероятно непредсказуемые противники. Особенно возле воды. В любом случае, отличная работа. Вот твои денежки. А, молодец, молодец! Этих караванщиков еще поди поймай. Приходится подолгу их выслеживать. А с другой стороны, так даже веселее, верно? Это твоя награда, вполне заслуженная. Очень-очень весело. А, так, легкие доспехи. А что посоветуешь насчет моего контракта? Укокошить кузину императора? Прямо на ее собственной свадьбе? Стражники будут в ярости. Не удивлюсь, если и гости к ним присоединятся. Так, ну, а у тебя есть какой-нибудь контракт? Сейчас только один. Нужно ликвидировать старуху по имени Агнес, служанку в форте Греймур. Окей, контракт убить Агнес. Угу. А расскажи-ка мне про эту Агнес. Она служанка, старая и слабая. Но в этом контракте главное не кто, а где. Твои политические взгляды, твое личное дело. Но сейчас война, поэтому от них будет зависеть, пустят ли тебя в форт Греймур. Форт Греймур, что-то знакомое.
Тебе еще людей убивать, друг мой. Берись за работу. Так, старые, слабые, значит. Ну ладно. Хорошо, что не сильная и молодая. Так, грибочки. Сестра. А что ты мне посоветуешь насчет контракта? Убить слабую женщину на ее же свадьбе. Что дальше? Убить слепого сироту во сне? Вот-вот, как раз мне Назир этот контракт и дал. Береги себя, Розбив. Розбив? О, неплохо. Так, Назир, ну ладно. Розбив, значит. Ну хорошо. Так, погоди. Ой, куда я зашел, мать твою? А, кстати, а где этот придурок Цицерон? Ладно. Короче, я хочу выйти отсюда. Где здесь выход? Вот он. Так. А как зовут-то нашу новую спутницу? Ну-ка, сейчас глянем. Как тебя звать? Ага. Буду звать тебя Вивиан. А? Ладно, потом решу. Так, теперь давайте-ка. Так, а это что у нас? А, это развалины. Наблюдать на пост. Надо убить главаря бандитов. Так, по идее, я хотел сейчас отправиться. Блин. Вот, найти башню чердей. Она где-то находится хрен знает где. Проход западного предела. Возможно, нам, наверное, отсюда, наверное, придется выполнять этот квест. Так, это задание воров. Ладно, давайте я предлагаю вот этот квест тоже выполнить. Пойдемте убьем этого главаря бандитов. Мы здесь уже были. Так что сейчас мы быстренько разберемся. И пойдем на задание башня чародеев. Тык. Ух ты. Надо мне что-нибудь схавать. Водички. Рыбку жареную, пару яблочек, мясной пирог. А, хорошо. Кстати, а давайте-ка разрушение. Ага, нас уже увидели. Блять. Ладно, понеслась. Полегче с этой кучкой. Ой. Стрела меня в меня летит. Ой, саблезуб, еще и ты тут. Какого хера? Лучше бы ты был за меня, а не против меня. 70-й. Круто. Так, глазик возьму, шкуру, пожалуй, оставлю. Ой, это кто? Блять, это кто? Да погоди, что происходит? Так-то у меня сопротивление магии же есть. Что-то не особо на работает. Полегче там. На, лови.
Надо подойти поближе. Да блин, она бегает как ненормальная. Как курица без головы. Блин, больно же. Походу она застряла. Больно. Так, надо глотнуть зелье. Так, зелье магии давайте восстановим. И здоровье. Все, сгорела девочка. Отлично. Выполнено. Рёрик, вручить мне награду. А Рёрик, я так понял, это, скорее всего, Ярл Маркарда. Если не ошибаюсь. Я знаю. Сгорела девочка. Все нормально? Все норм. Так, стрелы. Отмычку брать не буду, а вот септиму я возьму. Все. Это было просто, как я и думал. Ну что, залутаем сундучок. Септимы. Ну... Раз уж такое дело, давайте. Так, а если я активирую? Ничего. Ладно. Давайте отдохнем. Замечательно. Так. Не, давайте-ка вначале сразу переместимся. Так, я так понял, нам нужно вот сюда попасть. Получается, мы двинемся вот отсюда. Оборотнем я не очень люблю играть. Я превратился... В оборотня, если честно, только из-за его способности противоядия. Вообще-то да. Короче, от болезни. У него 100% иммунитет к болезням. Если бы я не был Вервольфом. Так, я же правильно иду? Да? Ну, типа того. Все правильно. То у меня бы постоянно были всякие болезни. А это бы очень раздражало бы. Так что... Я стал Вервольфом. И не парюсь теперь насчет всяких... болечек. Так, походу мы идем прямо в две мирские руины, дорогие друзья. Черт подери. Так. Виола, короче. Буду звать тебя Виола. Так, вот, две мирские руины. Блин, что, нам придется заходить в две мирские руины?
Так, ну-ка, если попробовать их обойти. Вот так вот. Чик-чик-чик. Аккуратно. Близко не подходим. Ой! Так. А выше можно? О! Вот так вот. Замечательно. О, феи летают. Шикарно. Так, нам же... Блин. Куда нам идти, я не понял. Вроде все правильно. Прямо по курсу. Отлично. Мы все-таки сумели обойти эти руины. Хорошо. Так, нам вот сюда надо. Там какой-то костер горит. Ух ты, тролль. Походу он всех завалил. Эй, хватит танцевать. Пора помирай. Давай дружить. Вот так вот. Куда вошел мужик? Эй, скажи что-нибудь. Ну-ка, давайте проследим за ним, что он будет делать? Танцевать? Так, он убил изгоев. О, это я возьму. Наилучшее? Нет, не буду. Куда пошел, мужик? А, греться у костра? Забавно, конечно. Ой, дело. Ладно. Давай его убивать. По заднице ему, по заднице. Разрушение. Отлично. Прокачано. Жир я возьму. Рецепт яд. Нет, ядами я не увлекаюсь. Хм. Давайте возьму. Так, ага, книжка. Мы ее уже читали. Можем здесь, кстати, полежать, отдохнуть, но мы уже отдохнули. Так, а куда теперь нам? А, во. Так. О, сундук. Чуть не пропустил. Идеальное зелье. Отлично. И септимы. Пойдем, Виола. Походу нам сюда. Проход западного предела. Ага. Ну, допустим. Так, наверное, надо сохраниться, а то мало ли что. Я склоняюсь, что это, скорее всего, мод. Так, давайте сохранимся. Так, знаете что? Я отдохну. Так, постой пару часиков. Что-то немножко посветлело. То по ночнику как-то не очень хочется. Я хочу рассмотреть как следует. О, мы замерзаем, это плохо, конечно. Хм. Если честно, что-то знакомое.
Что-то мне это напоминает. Ладно. Пойдемте потихонечку. По стелсу. Оп. Давай. Куда это мы идем? Наверное, в башню чародея. Так, птички летают. Угу. Здорово. Волчата. Так, ну-ка, отойди-ка подальше. Вот и все. Неплохо, неплохо. Весьма. Что это вообще такое? Мы сейчас, походу, выйдем куда-то в другой город, нахуй. Ага, кажется, да. Мы подходим к башне. Че, и все? Меня больше никто не встретит? Как-то жидковато. А где? А? Меня кто-то встречает. А, тролль, что ли? Очередной. Эй! Здорово! Так, знаете что? Давайте поменяем крик. Замедление. Вот замедление как бы тоже неплохой. Крик. Надо бы немножко попользоваться. Так, берем ледяная форма, кстати. Вот так. Отлично. А, легче. Вот так. Заморозили беднягу. Давай, сейчас я тебя согрею, друг. Промазал. Бедняга. Мне даже было его жаль. Так, я не понял. Она что, стреляет двемерскими стрелами? Виола, ты где? Походу, она двемерскими стрелами стреляет. Ну-ка. А, так-то у нее вроде стальные. Ну-ка, покажи. Я все еще здесь. Что у тебя есть? Ладно, что мне понести? Что у тебя за вооружение? А, кстати, этот молот я ей дал. Да, я ей дал вот этот костюм. Кстати, он полностью улучшенный и зачарованный. Довольно мощный комплект, если честно. Да-да. Это сет какой-то горзы. Такое вот название костюма.
Комплект Горзы. Тяжелая броня. Кстати, а почему она не пользуется моим оружием? Показывай дорогу. Ладно, пойдем в Виолу. Надо по-бырому выяснить, что это за башня. Что за башенька? Хо-хоу. Какая-то магическая башня чердея. Мы пришли. О-оу. Какая-то кровь. Блад. The treasure is not what it seems. О, чего? Сокровище? Исследуйте башню чердея. Да, с удовольствием, как бы. Что это? Какая-то магия? Портал, что ли? Ха. Дохлый тролль. Что-то все мертвые валяются. Ключ от к верхнему этажу? А оно мне надо? Верхний этаж? Тут есть верхний этаж, значит, ясно. Какой-то водопад, а это что? Что это за хрень? Так, здесь ничего, ладно, будем. Давайте осматриваться. Так, тут есть спальники. Осмотреть башню чердеев. Походу, после этого задания у нас появится, наверное, какая-то магия. Ожерелье возьму и зелье возьму. А, дневничок, журнал, главы. А, какая-то экспедиция. Так, выполнено. Так, найдите, используйте кольцо чердея. Ага. Чё-то... Так, давайте я пролистаю, может, кому-то интересно. Так. Бедняги. Значит, это была какая-то экспедиция. И они все умерли. Фу, так. Так, задание активировать. Найдите и используйте кольцо чародея, чтобы рассеять магическую печать. Вот это что ли магическая печать? Так, если я активирую, проход невозможен. А, закрыт магическими печатями. Портал что ли? Мне нужно найти способ разрушить их. Так, тут не горит, тут тоже не горит, тут не горит, тут горит. Так, а где искать-то мне эти колечки? Сперва, Вань, маркеров я не вижу. Разговоры о драконах. Что будет дальше? Так. А, там же дверь была. Надо зайти туда. Возможно, она нас и приведет на второй этаж. А, тут две двери даже. Так, это башня чародея. Покой. Это башня... Библиотека. Так, давайте начнем с библиотеки, что ли. Это мы спускаемся вниз. По идее, нам нужно наверх. Так, давайте сохранимся, а то... Я так думаю,
что, скорее всего, это мод. И игра может вылететь. И все труды пойдут на смарку. О-хо-хо. Это прям как коллеги в Интерхолле. Так, это мы читали. Упс. Почему они все умерли-то? Так. Нет, это фигня. Ну, возможно, там, конечно, в дневнике все написано, почему. Но мне не особо, если честно, охота читать. Так, вот это мы, кстати, не листали. Давайте я пролистаю. Так, это тоже мы не листали. О. Что-то я не успел прочитать, что там было написано. Что-то там было написано. Ладно. Вызов грозового. Так, давайте вот эту хрень пролистаем. Ну, я их пролистываю, потому что, возможно, появится какой-нибудь квест или повысится уровень какой-нибудь. Ну, в смысле, прокачаем что-нибудь, какую-нибудь ветку. Капуста. А здесь что? Еще капуста. Ладно, сделаем суп капустный. Уговорили. Так, это мы тоже не читали. Путеводитель. Угу. Там, блин. Куда? Что-то книжек до хрена, а толку маловато что-то. Хоть бы квест какой-нибудь активировался. Да. Ну и чтиво. Нет, это не для меня. Так, еще какой-то. Эбонитовая отманка? Чего? Что? Так, ладно, спасибо всем. Надо идти дальше. Так, еще полка. Да сколько их тут? Ну, ладно, мы вроде все читали. Нет, вот это мы не читали. Давайте пролистаю. Так, кровь. Что ж ты бурил? И это мы не читали. Шар долбанный. Это тоже огненный шар.
Так, отсюда мы пришли. Так, получается, здесь ни хрена нету, да? Совсем другое дело. Получается так. Вот такая тут библиотека. Скромненькая. Так. А, мы спускались вниз. Так, вниз уже все. Ну ладно. Все. Валим. Пойдемте в эту дверь. О! Ну давайте взломаем. Мастер. Ай! Это было близко. Сука. Да чтоб тебя. Так, мы почти что подняли уровень. Круто же. Так. Ни хрена себе. Блять, откуда? Пошел ты нахрен. Нифига себе. Это неожиданно было. Гори, получилось. Я сгорел. Так, сундучок. Что там? Септимы. Кровать. Ага. О! Еще один мастер. Ломастер. Я профессионал. Женщины этих земель не уступают в силе и верности мужчинам. Ингредиенты: морозная соль, эктоплазма. Так, это нахрен мне не надо. Испорченные. Как бы уже насобирал. Мне хватит. О! Мед. Круто. Горшочек с медом. Беру. Довольно редко попадается. Очень редко. Я бы сказал, слишком редко. Так, это что? Ингредиенты. Так, мое. Ага. Яд антимагии. Давайте возьму. Хрен с ним. Собачий корень. Так, погоди. Так, это я обыскивал. Ладно. Яд антимагии я возьму. Так я не понял, а что мне делать-то? Так, я вроде все обыскал уже. Так, а если я укажу вот так вот? Меня никуда не направляет. Я должен сам найти. Видимо... нет. Тут закрыто. Тупик, дорогие друзья. Тупик. Я не знаю, куда идти. Хорошо, уже у тебя так, давайте попробуем поспать, что ли. Может, что-нибудь случится, когда мы проснемся. Ни хрена. Какая-то записка. Так, что-то про Обливион. Непонятно, хрень какая-то. Изгнание Дуэйдра. Так, ну чё, может нам надо её взять? Давайте я возьму.
Ни хрена. Башмаки чьи-то. Да. Паучок тут напал и схавал кого-то. Так, ну что, дорогие друзья, я, если честно, без понятия, где нам искать эти колечки. Короче, давайте сделаем так. Я пока этот квест оставлю. А если вы знаете, куда мне идти, где искать, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Я без понятия, что делать, куда идти, зачем идти. Все, уходим, короче. Не знаю, где их искать. Возможно, они у меня уже появились автоматически в моем инвентаре. Такое возможно? Кольцо Фиолы. Обручальное кольцо Фиолы. Забавно. Да нет. Нет у меня ни хрена. Мне их надо найти. А где искать? А, к сожалению, нас... Нам ничего не сказали, где нам искать. Херово. Так, а могу я сейчас переместиться? Ух ты, куда нас занесло. Так, погнали в Маркарт. Так, это что за квест? А, это развалины. Так, погнали, короче, в Маркарт. Интересно. Какие-то колечки. Какой-то портал. В записке там что-то про Обливион. Какая-то хренотень написана. Ладно, может, я еще вне серии прочту этот дневник, который мы нашли. Может, там что-то сказано. Так, а теперь, лучшие дорогие друзья, я предлагаю выполнить тут квест гильдии воров. Стража тобой еще займется. Не любит меня, только обманщик, да кретин, который хорошего мяса не знают, даже если им его в лицо бросить. Только попробуй. Что там за базар? Ну ладно. Так, я не помню. По-моему, нам нужно что-то украсть. Какую-то вазу или что? Так, маркер указывает... А, туда? Так, ну давайте-ка... Во-первых, попьем водички. Сыр. Овощной супчик. И сладкий рулет. Окей, теперь сохраняемся и вперед из песни. Ой, блин, нифига. Стой, что у тебя есть? Колечко я возьму. Ой, еще ожерелье. Ослабление магии. Круто. А, я заберу. О, он не возражает. Ха. Спасибо, приятель. Кстати, новый уровень. Так, давайте я возьму, пожалуй, снова магию, наверное. Да. И я бы хотел еще смотреть камень Атронаха. Где его способность? Во сколько у нас увеличилось сопротивление магии? Знак Атронаха. О, круто. На 50 единиц. Ни хрена себе. Но зато магия на 50 медленнее будет накапливаться. Ху-ху-ху. Круто. Так я не понял. Она просто увеличивается, что ли? Ладно, нормально все. Короче, у нас сопротивление должно быть, по идее, получается 90.
Так, заходим. Нам нужно что-то стащить. Какую-то вещь. Так, тихо. Я надеюсь, здесь никого нету? Никого. Замечательно. Вау. Да. Ну, ваза. Кувшин. Круто. Красивый. Беру. Все. Теперь нам нужно вернуться к Векс. Но с этим я уже торопиться не буду. Так, ну все, в принципе, никого здесь нету. Все, это было легко. Отличненько. Так, ну-ка давайте глянем. Ну да. Рори, крутите награду. Я так и думал. Рерик. Это помощник Ярла, скорее всего. Ладно, пойдемте за наградой. Кстати, возможно, в следующей серии я поженюсь, короче. Есть вот одна особа, с которой я не прочь заключить брак. Зовут ее Муири. Так. В следующей серии мы отправимся в Солстейм. Что там за беготня такая? Что происходит? Здесь тоже их территория. Вот что я имею в виду. Так, ну да, помощник Ярла. Я дядя Игмунда, его управитель по совместительству. И я за наградой. Великолепно. Это просто неоценимая услуга. Получи свою награду. Я верну. Дела сколько? Наши силы едва сдерживают изгоев. Торговцы сообщают о новых нападениях на караван. Посмотрим, что там. Так, ну-ка, Ярл. Собрать легион и выбить этих проклятых зверей за предел. А что солдаты легиона знают о холмах предела? И о пещерах в этих холмах? Изгои могут спрятаться. Так, ладно, хватит. Было доказано, что именно Модонах стоял за всеми убийствами в Маршалте. От лица города я приношу тебе извинения за судебную ошибку. Ладно. Прошу извинить. Меня ждут городские дела. Да, меня тоже ждут дела. Так. У нас, по идее, мини-квестов-то уже... Ух, мы уже почти что все выполнили, мини-квест. Круто. Этот квест у нас забаговал, к сожалению. Угу. Хорошо. Мне это нравится. Так, ну... давайте, дорогие друзья, на этом закончим. Сейчас я, наверное, отправлюсь в свой особнячок, поместье Озерное. Там я выложу все. Возможно, я даже приоденусь. Одену другую броню. Да. Ладно. Короче, с вами был KingGameFox. Оставлять комментарии. Может, напишите мне, что делать с этим, с этими колечками. Ладно. Всем удачи.
До новых встреч. Пока.